Снова перестану светофор на желтый, чтобы случайно не убиться в Конкорд. Ненавижу желтый. Я лучше убьюсь об Конкорд, но желтый никогда не поставлю. Суицидники на желтый никогда не ставят. Крипл, в хосейке все трусы остались. Да походу на то. Ну блин, это очень печально. Ну вот серьезно. Ну вот как теперь крабов разводить, а? На агро. Ну это надо как-то, не знаю, найти какого-то отмороженного тогда. В общем, с крабами совсем туго пошло. Прям совсем. Ну ё-моё, а тут Равен уже это... Ну он сейчас отвалит от меня. Трактор он забрал, здесь осталось говно по-любому. О, да ладно! Серьезно? Опачки! Опа, пулечки! Опа, пулечки! Здоров, бобер! Теперь до тебя бы еще добраться бы. Так, это интересненько. Он ко мне, по-моему, тоже на встречу, да. Тогда можно это поотрубать. Давай. Чуть-чуть осталось. Давай, золотце. А вот теперь hello. Ну, здравствуй. Ну, а вот и случилось. То, что мы долго ждали.
Ну? Да, есть. Капсула, интересно, успею, нет? Нет, капсулу не успел. О, да ты прикалываешься. Всего-то? На 2 ляма? Это ужасно. Это просто ужасно. Но в любом случае у нас все получилось, черт возьми. Давай смотреть килл. Да, кто там говорил, что в Гоу на фите, блин, воюет? Вот да, в Гоу на фите. Ничего толком. Здесь тоже нифига ничего интересного. Да, симулируем, что посмотрим, что он себя представлял. Ну, в общем, вот такое вот тело было. Ой, чё там откачусь-то? Хорош качаться-то. Да, уж. Но в любом случае это килл. И все-таки мы надо были. Тело, которое на нас сагрилось.